ближайшее время Минтранс Чувашии начнет конкурсные процедуры на закупку троллейбусов. Часть подвижного состава будут переданы Чебоксарскому троллейбусному управлению, часть – Новочебоксарскому. 4 июля текущего года было подписано распоряжение правительства Российской Федерации о выделении субсидий на закупку троллейбусов в количестве 68 штук. Сумма субсидий составляет 1 миллиард 172 миллиона 599 тысяч. В 2020 году планируется обновление парка городского наземного электрического транспорта не менее чем на 68 троллейбусов, в том числе 16 на автономном году. В настоящее время в обоих городах чуть больше 260 единиц, но 80% из них выработали свой ресурс. За обновление парка готовы взяться соседи по Приволжскому округу. Мы приехали поближе познакомиться с руководством вашего предприятия, Министерства промышленности, и заявить, то, что мы готовы участвовать в этом конкурсе и поставить машины в обозначенные сроки. Троллейбусы будут, если мы допустим нас участие в аукционах, поставим троллейбусы вовремя, хорошего качества. В первую очередь обновят подвижной состав на маршрутах, которые наиболее загружены. Это 1, 4 и 18. 12 троллейбусов на автономном ходу будут курсировать между Чебоксарами и Новочебоксарском. Есть такие троллейбусы, которые они по своему пробегу проехали 2,5 раза, как бы положено. 10 лет должны отработать, они у нас работают почти 26 лет уже. Обновление троллейбусного парка позволит транспортным предприятиям повысить качество обслуживания и в то же время сократить затраты. Кроме того, современный общественный транспорт станет доступнее для пассажиров с ограниченными возможностями. Мария Федорова, Юрий Марков, Республика.